В сталкерских модах иногда можно встретить новые группировки, о некоторых из них я сегодня расскажу. Самая околоканоничная, как по мне, это группировка Рассвет. Их можно встретить в разных модах, но впервые я встретил их в СГМ. Это остатки чистого неба после событий одноименной части сталкера. Их целью в основном ставят узнать, что же произошло с их товарищами. Самая популярная из группировок модификаций, я думаю, это Грех. Это как бы фанатики, но немного другие, более стрёмные. Они стараются собрать всю инфу о зоне, а обладателей этой инфы уничтожить. Самый популярный мод, в котором их можно встретить, это аномали, а после прохождения их сюжетки за них можно еще и сыграть. То же самое касается группировки ИИК. Это, так сказать, наемники, которые спонсируются ООН и, соответственно, представляют интересы этой организации. Еще из той же оперы есть миротворцы. Те же самые военные, только иностранные. Как по мне, это вполне реалистично. Чем пользуются мододелы и в ряде модификаций используют их и мутят им разные сюжеты. Первое из модов, что вспоминается, фотограф. Там эти ребята задействованы по полной. А какие интересные или трешовые группировки встречали вы? Подписывайтесь на канал, может быть, расскажу что-нибудь еще.